Зип, а это мой брат Зап. Я здесь за шпаргалку. А ты? Это я ему шпаргалку дал. Ну, вроде все не так уж и плохо, да? Да. Ученики, смирно! Я директор центра перевоспитания Эсперанца. Здесь вы обретете самое ценное, что только есть в жизни. Добро пожаловать. Итак, план такой. Мы будем саботировать работу Эсперанца. Кто мы? Клуб стеклянных шариков. Мы клуб стеклянных шариков. Сегодня займемся другим. Надо разгадать тайну. Вы уверены, что бриллианты спрятаны в тех игрушках? Надо же, как в книге про пиратов. Одноглазый, карта и сокровища. Это путь к сокровищам Эсперанца. Бежим! Они уйдут. Вот она, твоя игра, Эсперанца. Неважно, насколько сложно ты ее сделал. И что теперь делать? Играть. В этом году. Долой правила. Вступай в клуб. Зип и Зап и клуб стеклянных шариков.